Дорогие друзья и зрители нашего канала, приглашаю вас на очередную рыбалку и на море впечатлений. Айда с нами! Ну что, картина масла, мы приплыли. Приезжаю и смотрю. Все жерлицы. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Поворачиваю голову. 11, 12, 13. 13 жерлиц, все горят. 14. Вау! Вот это клёв. Василище, вот те живцы! В этот раз мы решили не испытывать судьбу, ехать бог знает куда. Едем поближе, едем с друзьями. Вот большой, веселой, дружную компанию. Вот это у нас барханы. Ай, красавцы. Вот это зимник, да. Высота с каждой стороны где-то 2.5 метра. А болото будет проходить. Да, болото до самого асфальта все прочистили, которого тут никогда не было. Что, друзья, помощь нужна? О, как закопались! Вы помогаете? Да. Какая вы молодец! Да. А что, трактор не может почистить? Блин, так вот я на болоте-то широкую надо было делать колею. Да. На рыбалке не напакалось. Не-не-не, попался. Доехали до места дислокации. Лопата сила. Подъехали, мы выбрали шикарное место. Места тут и по 3 палатки хватит, чистый снег. Много снега? Нет, лопата сила. Лопата сила, да, самое главное. Давай, я сила. Давай, пингвинчик. Как там? Подожди. Каша? О, каша, о, настроение. Давай, дружище, давай. Вот сюда. Ну да, проход сначала. Проход утаптывать. До берега, что там, до дна далеко? Ну да, тут будем утаптывать. Ну, будем утаптывать. Так, едет наш третий снегоход, третий друг. Все, мы расчехляем лопаты. Расчехляем лопаты и вперед. Сколько копать? Вон до туда или да? Ну так, чтобы 2 палатки влезли. Так, вторая лопата. Снимай эту резинку. Ну, она поменьше, да. О. Бери больше, как говорится, кидай дальше. А что так? Ну, у меня сегодня праздник, мне не положено кидать снег. Нет, тебе как раз. Ты в магазин не ходил? Не ходил, иди копай. Я тебя живцов не ловил. Все, ладно, иди копай. Давай. Сейчас штаны сниму. Сколько лопаток? А у меня 2 лопатки. Теперь вот такая лопатка. Пойдем. Ой, мальчики уже устали, я иду помогать. Отдыхай. Точно пока летит, отдыхай. Ну, скажите что-нибудь, господа копатели. Как вы ехали? Всем ли тепло? Ой. Совсем ли ехали. Ага. И, наконец, приехали. Да. Избушка готова. Каких-то 10 минут. Сейчас колонем немножко дровишек. Адемар достал свой супер топор. Главное, чтобы снег был. А вот, блин, надо. Что-то такое твердое, снег-то не такой сильный и плотный. Ага, нормально. Сейчас идем топить печку. Так, вон они, веточки сухие, тащи себе. Ага, да, сушня. Бумажки нет. Идет полным ходом, вторая палатка пристроилась к нашей. Теперь у нас все замечательно. В нашей палатке хоть не заходи, баня баней. Еще веник березовый достать, и все, великолепно. Ребята устраиваются поудобнее, но у них нету дна. Они прям там на земле будут.
Ну, потом зайдем, поглядим, как у них в гостях. Так, ну а мы сейчас попробуем поехать на озеро, поставить еще пару жерлиц на другом озере. Помещайся. Только так снимай. Не помещается. Дальше стоит. Все. Помещается. Все? Да уже бы, наверное, подсекла бы ты ее. Ай, слабо подсекла. Слабо, слабо, слабо. Ай-яй-яй-яй. Слушай, Силь. Ты видал, какая? Тихо. Тихо. Ну, смотри, какая здоровая. Держи. Что будет сегодня рыбачить Танюта? Давайте ее удружим. Пусть девочка половит, порыбачит. Она меня просто допекла. Хочу рыбу, хочу рыбу. Пусть хочет. Пусть ловит. Я-то свое поймаю. Ань, здесь размотала. Это там размотала. Не, здесь точно сидит. Ну, не стучится, но почти в полную натяжку. Присаживайся. Ага, точно есть. Я же чувствую. Ага, в натяжку. Вот. Она пришла. Ага. Щукенция. Ай-яй-яй-яй-яй. Осторожно. Тихо. Стравливай, стравливай. Не-не-не-не-не, я все завела, завела. Тихо. Небольшая, но зато она нас дождалась. Да. Ура! Ура! Поздравляю. Кто счастлив? Я счастлив! Лыба, я счастлив! Вообще, как я счастлив! А ты счастлив, что я счастлива? Ну, конечно. Да. Сказал, ну ты, конечно, обиделся, что я тебе не дала. Сказал я. Да? С кривой улыбкой. Сейчас вот смотри, еще... сколько у нее зубов. А вы не верите, что у нее 700 зубов? Да, о, верим, верим. Там, 5 рядов. Там, о, видишь, 5 рядов. Зубов. Видите? И я так бесстрашно все делаю. Оба-на. Сейчас я вам покажу, как я это все делаю. Ай, в глаз ей впилась. Ай-яй-яй-яй-яй. Это не повторять. Знаешь, как там любят сказать. Видишь, что тут? Поэтому... Вот тут вон, видишь, сколько, прям такие, да, да, это. Да. О, у нее как у кобры, смотри. О, ну, видишь, как они так загибаются. Ну, да. Но вы не смотрите, что они мягенькие, о. Прям не смотрите, они, о. Оно как, ой, слушай, кстати, она будет менять зубы. Скоро, да? Ага, вон, видишь, о, поэтому они мягенькие. Угу. Ну что, давай свернемся. Есть игольчатые зубы, о, вот я вот так вот веду. Они тоже очень опасны. Ну, Анушка. Второй флажок. Сработка жалится у нее. Сейчас что-нибудь поймает. Опа. И у Юры сработало. Хорошую вытянула. Двушечка. Молодец. Юра, у тебя тоже сработка. Кажется, выставились. Фух, тяжко ходить по снегу. Сантиметров где-то 20 снег, но он такой рыхлый. Идешь, ноги заплетаются. Бери свою трофей. Трофей свой бери, куртку, иди сюда. О, хороший трофей. Что могу сказать? Я знаю. Поехали еще ставить. Чем мы только... 5 штук поставили. Погода классная. Просто шикарная.
Прибежали. Я приехала, давай. Ты меня оставили флажки, мы в другом месте поставили. Она, смотри, еще всю размотала. Да, так я же тебе говорю. Ну что, пил, она нас дождалась? Ну, давай посмотрим. Нет, не дождалась. Присядь, не вставай. Не дождалась. Вот. Жувала. Пожувала. И офигенно. Не дождалась. Ну ничего страшного. Ладно, выставляем глубину. Друга жалится встала. Ванечки встала. Все размотала. Но она тоже, наверное, нас не дождалась. Да. Надо было Юре сказать, пускай подсекает. На кого? Ну, может, шубутная. Она, видишь, тут тоже не любит ждать. Да ладно, бывает. А не, подожди. Окунь. Походу окунь. Смотри, сколько вымотал. Или это просто так живец тяжело идет. Живец. Так, тут уже все напряглись в ожидании, что ты сейчас вытянешь. Живец. Пожалуйста. Короче, караулить надо. Ну все, там выставились теперь. Карауль здесь. Это надо Сереге пришла. Рыбак в полосатых майках. Сейчас мы посмотрим, что у Сереги. Если у тебя просто так. Да. Сейчас мы глянем. Что там у Серого? Хитро. Хитро. А вон еще один. А вон и наши друзья едут. Так. С канала. Клево. Клево. Сейчас мы с ними забьем. Кто больше наловит рыбы за день. Так, это мы сейчас заменим. Погнали. Следующий. Что у нас? Там еще две сработки. Ху-ху-ху. Побежали. Снег какой глубокий. Просто трэш. Так, здесь вымотало полностью. О, и наледь пошла. Наледь пошла. Хоп. Тоже никого. Здесь, я помню, окунь любит баловаться. Раз, два, три, четыре. Флажок не потерялся. Вот это нехорошо. Так, еще одно. Давай посмотрим, что у нас там. Четвертое. Здесь тоже петля. О, а здесь сидит. Опа! Хорошая сидит. Давай сюда. Оторвалась. Ну вот она, такая шустренькая. Ну здравствуй, щука. Тише. Вот мы наледь выпустили. Скоро здесь не подъехать будет. Сегодня, я так понимаю, рыбачит только Анюта. Да. Мы чай попили на той полянке, приехали, а тут целых три. Три, представляете? Все, айда. Ну, конечно, может, ничего не знать.
конечно, может ничего не значит. Что, пойдем к шране? Давай, конечно. Три жерлицы стоит. Полная размотка. Ага. Ух. Да. Тут никого нету, видишь что? Да. Побегала. Никого? Никого, да. Стырила. Полная, да, полная размотка. Ну что, картина масла, мы приплыли. Приезжаю и смотрю. Все жерлицы. Раз, два, три, четыре. 8, 9, 10. Поворачиваю голову. 11, 12, 13. 13 жерлиц, все горят. 14. Вау. Вот это клёв. Вот это клёв. Бомбический прям. Что делать, куда деваться? Ну что ж, пошли ловить, рыбачить. Так, приехал я на место. У меня стоит три жерлицы. Вон одна, вон вторая и вот третья. И тут, смотрю, дергается. Дергается, дергается, дергается. По нашу душу дергается. Будем ловить. Есть красотка. Ух ты. Ох, какая она шустрая. Леска трещит. Опа. Есть красавица. Привет. Привет, привет. Вымотала всю лесочку. Молодец. Так, леска узелки любит наматывать. Так, ну что тут у нас? Мы, конечно, нянечка. Такие вещи, как руками залазить в пасть мы делать не будем. Нам это и ни к чему. Нам это ни к чему. Нам это ни к чему. Есть одна. Так, сейчас еще будем смотреть, что это у нас тут за узел. Вечернее рандеву. Приехали друзья, и у нас музыкальная пауза. Кстати, с вашей зеленой палатки дым из печки не идет. Нет, с вашей не идет, а с нашей идет. Только там 6 человек дышит. Да, но там зато музыка играет. Да. Стоит я на лодке. Слушай, Вальдемар, дай вон Серегину куртку, я накину. Я говорю, ребята, так же пойдет. Я же мерзляка. Не, мне вообще нормально. Я же мерзляка, сама ходит во всех видео в свитере в своем. Нет, мне когда жарко, видео. Мне тогда жарко. Видишь, вот слон. А тут вот это. Вот видишь, там к стенкам ложились. Я вообще люблю, когда на Италии. О, ничего себе, ты даже так умеешь. Вот так вот. Да ладно, там у тебя дома. Тройки залазишь. Вот так я умею. Я давно не играл, у меня пальцы не разрывают. Не, видно, что ты брал ее и пытался что-то делать. У меня была гитара, а потом она что-то рассохлась, да, по-моему? Мы ее, по-моему, даже подарили кому-то. Хочешь, бля, вот такой стол поставить? Давай сдип гитару жесткую. Сейчас мы нашу споем. Давай. Собственное производство. Собственное. Вечерний сейчас.
шишки с рейли сделали. Да. Че, пойдем на штирик, пацаны? Теплый диван, ядро, братухи, нам стопудово, жена не понимает. Поем, Сергей, че? Тащу и щуку на жерлицу, и мне кайфово. Кивок уходит вниз, сегодня будет клево. На накатина, никакого негатива, только накатина, на накати, да, накатина. Только накатина, на накатина, на накатина, никакого негатива, только накатина, на накати, на накатина. Не голоден, но никого не волнует я. До пола ногами или пол до моих ног не достает. Что такое, дорогой мой друг? Засадил снегоход. Обтаскать. А тут непонятно. Там жопу поднимать надо. А куда ты собрался, дорогой мой друг? Я хотел поехать проверить жерлиц. Туда. Да, туда. Нам туда надо. Серега, поехали. Поехали, да. Все началось уже. Все началось. Там клев, там рыбалка, щуки. Там будет клево. Время 2:00 ночи. Как вы могли подумать о том, что я должен встать и тут вот включить камеру и вас снимать? Вообще кошмар. Так, вы капаете под землей. Что творится? Под низом копаем. Правильно, Рича, заминируем там дорогу, чтобы они больше не ездили. Глянь, Рича им прямо заминировал. Красавчик. Ну тогда на эту сторону наседаешь на снегоход и все. Да, сейчас мы ее пригрузим и все, и пошли. Главное, Юр, подожди, впереди стоит мой снегоход. Пожалуйста, сделай так красиво, чтобы на меня не наехать. Главное на какашки наехать, чтобы слизы скользили потом. Вот это самое главное. Да, потому что впереди мой стоит снежик. Ну, почти выехал, молодец. Ну там, смотри, мопс копается чей-то. Утро таежных рыбаков. Проснулись, у всех печки, ляпота. Вчера было всем весело, всем хорошо, а сегодня утро 8:15, все подрываемся. Аня, сумку тут с жерлицами берешь и живцов. Я вижу, флажок уже стоит, тяни. Разогреваем технику, развернемся на озере и погнали. Наши друзья уже проснулись, там уже гоняют по озеру. А мы все еще кашу кушаем с чаем. Все готовы поработать? Тогда пошли. Налить выпустили? Джин. Полная. Ну, кстати, налить, видишь, и... И что? Тут даже не придется разбирать. Не примерзла? Ага. Есть кто-то? Ну, у нас ночи было, так что... Есть кто-то, нет? Нету. А, нету никого. Да, главное, не придется разбивать. Ну, ладно. Чистить прям сильно. Налить хороший. Что, съели?
ели. Ага, вы говорите, щуки тут нету. Нет, щука тут есть. Да она тут обедает. Она просто хитрая. Подбегает хвостиком, бабах. А может зубками? Ням-ням, кусь-кусь. Да-да-да, так все и было. Вот он в наледь сбежал. А ну когда его там поищем в наледи. Все. Ушел. Главное, чтоб не хуй. И вот туда, да. Морозное утро вступает в свои права. Я сегодня взяла самую легкую часть работы с пешней. Вот. Вальдемар сейчас допробивает. Ух, прямо такой стоит туман от мороза. Но главное, ветра нету, поэтому очень комфортно находиться сегодня на озере. Вот. Ну, конечно же, в завершающий день мы очень надеемся на хороший клев. Картина Репина маслом. О, да. Все жерлицы горят. И что, есть? Только что мотало. А, даже так? Только вот только. Анечка, волокушку маленькую бери. Близко сюда не подъезжаем. Есть, да? Еще и щука, наверное, хорошая. А прикинь, вот эти все флажки, которые они сработали, и на всех щуки сидят. Она в наледь залазит. Ух ты! Она в наледь залазит. Ну вот. Под чином. Утренним. Я уж не выдержал, пускай Серега отцепляет. Ох, красота! Вот смотри, туда плыть надо. Смотри, ой, ты вот хорошо, сейчас вправо уходи, да. Потому что иначе тебя толкать придется. Проверка показала, что стальки количества жерлиц только 4 щуки. А остальное все пустота. Давай, твоя очередь пробивать. Что, утро оно такое. Что-то лопата, да? Надо проделать. Давай. Кто-то есть. Вау! Господи. Мама какая дорогая. Вот так. Чума щуки. Вот это да! Какая она! Смотрите, с каким поражением! Я давненько не видела, сколько очагов. Раз, два, три. Пасти. 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 В пасти не видела. Вон здесь цветет. Такая рыба сжигается. Ну, курям можно, конечно, самим поесть. Нет, конечно. А, блин, не кусайся. Вот, то есть, вот эта вот часть, к примеру, не пораженная, то есть ее вполне можно употреблять в пищу. Значит, это реклама маленько... пищи, что ли? А? Ну, это если голодные. Не надо, конечно. Да, это к тему тому, что отдайте это голодно. Отдайте лисицам, медведям и все. Нет, это сейчас Анечка вам расскажет, что, что ее можно кушать. Нет, тому, не ешьте. Что, да, если вы голодные, то, пожалуйста, поешьте к разговору. Это если это единственная говорят, щука у тебя. Да. Неужели у нас первая сработка? За сегодняшнее утро. Есть. Есть, 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 есть. Спортивная хороший. Сегодня. Хорошенько. Спортивный. Отлично. Ура! Утро, утро удалось. Утро, утро, хорошо. Мне нравится такое утро. Отлично. Давайте, ребята, вставайте. Сейчас мы проверим.
наличие свала. Есть тут свал или нет? Возьмем наш эхолот Калипса. Включаем его. И сейчас посмотрим. В общем, рядом будем бурить тоже. Да, давай тут бурить. Тут рыба есть. Вон, смотри, сколько окунков я вижу. А, ну, так давай тогда на мормышку. Да, тут на мормышку надо. Здесь мы сейчас наловим окуней. Здесь точно она есть. Угу. Ладно, да. Давай за дело. Так, здесь тоже размотано. Размотано полностью. Здесь, конечно, может сидеть щука, но проверяем. Давай. Опа, есть. Есть. Такая хорошая. Не гигант. О. Ух ты, сражается. Сражается. Такая душечка. Может, килограмм 800. Опа. Отлично. О, какие люди! Как оно сегодня идет? Ну как, медленно. Медленно? Наледь выступила здесь, там, тут. А, но, есть, но, да? Но незначительно. Так, ну что, щучку поймали, поехали за живцами. Проверяем. О, поймали еще одно. Это хорошо. Приехали, называется. Ха-ха! Красота неписанная. Раз, два, три. И вон четвертый. Давай, проверяемочка. Я тебе... Духа зимья разгорает. Да, я тебе достаю, даю такой кайф порыбачить. Почти вся. Прямо у меня на глазах. Вау! Серьезно? Вау! Вообще! Не пугай. Смотри, смотри, смотри. Не пугай так сильно. Смотри. Вот это она тут застряла. Вот это нос. Вот это нос. Она... Один понос. Что ж ты так пугаешь-то? Она в лед уперлась. Как я вас сделала? Обалдеть. Я натуре испугался, думаю. Испугался. Думаю, там носяра такой, блин, не лезет. Я сама как увидела. Так она, слушай, так шла-шла, прям вообще ужас. Так, понятное дело. В твоих руках и муравей поползет, как акула. Так смотри, вот что намотала, я думала, все уже. Так, ладно, давай. Ты иди следующую, я пока тут буду. Ладно, я пойду. У нас, кажется, две сработки. А, потянет, посмотрите, осторожно тут. Налить может быть. Пока доехала. Наледь здесь выступает. Может, и холостая, конечно. Ну, тут точно никого нет, потому что петля, видишь? Да, вижу, вижу. Меня... По расписанию глухозимья. Присаживайтесь. А, нет, есть. И хорошая. Хорошая. Прикинь. Прикидываю. Ничего ты не прикидываешь. Прикидываю. Блин, смотри, смотри, как она за лед зацепилась. Быстрее лед взяла. Ага.
Ага. Там пасть хочет его укусить. Смотри, как его. Ну-ка, снимай, снимай. Я не могу ее отцепить. О, смотри, держит за пасть. Ага. За лед. Так, такого у меня еще не было. Отцепись. Руку сейчас утянет у тебя в туда, на дно. И так будешь у меня долго-долго. Ох, какая щука. А я все в перчатках, да, щипчиках. Да, случай на рыбалке. Случай на рыбалке. Это ура! Точно. Молодец. Ура. Ну что, Серега, рыба есть? Да, смотри, море. Море рыбы. О, а ну покажи. О, так там и, смотри, и окуни, и щуки. И судак даже, вон, видишь, судак. Так надо ловить. Много поймал? О! Великолепно. Если бы вот не эта штука, вот, ты бы, наверное, не поймал бы. Вот так вот, если бы не знали бы, что вот здесь вот с помощью эхолота можно было бы узнать. Вот этот мы не наловили бы таких вот огромных. Вот они, это я камеру отодвинул на самый дальний. Они по килограмм. Целый 1 кг. Печуха, ну чё, как тебе новые тапочки твои? Медвежонок. Ай, какие хорошие тапочки. Куричка. Никакой мороз не страшен. Вот у нашего мопса вот такие перчатки. И он поэтому с нами может спокойно зиму зимовать, в палатке жить и на улице гулять. Я тоже ты... новый прикид. Да. Ты там подмела, убрала, посуду перемыла. Да. Молодец. Вот мусор забрала. Молодец. Вот мусор мы весь забираем. В лесу палочки ничего оставляем. Не оставляем. Веточки только. И зрители нашего канала, вот и закончилось два самых замечательных дня на лоне природы в единении с озером. Мы даже немножко словили рыбы на покушать, на пожарить и вообще на удовольствие. Подписывайтесь на наш канал и смотрите продолжение наших приключений по бескрайней тайге. Пальчики вверх, а за подписку обняла. Пока, до новых встреч. Собираемся, мы поехали домой. Всем пока.